Это самая маленькая моя участница, ей еще пока 5 лет. Решили родители, потому что конкурсы у нас все платные, проводятся платно. Это по возможностям родителей. Вот они решили, поехали на этот конкурс. Ну а песенки мы готовим в течение года. Кто-то быстро включается в работу, получается быстро, разучивает. Мы работаем над разными вокальными приемами, над дыханием, над голосоведением, над артистизмом, над эмоциями. В общем, все-все-все, чтобы было красиво, уверенно, чтобы было ярко. Ну, а здесь вот родители предложили, ну, и мы решили, что Варе пора уже выходить на большую сцену. Ее победа была для вас неожиданностью или вполне ожидаемо? Ну, в общем-то, прогнозируемая, конечно. Девочка яркая, уверенная в себе. Это сейчас она что-то как-то застеснялась немножечко у нас. А так вообще, Варюшка у нас боевая девчонка. Я думаю, что все ее победы еще впереди.